из этой ситуации. Ситуация действительно тупиковая, и силы, как я уже сказал, поляризуются. Выход только один. Переход от президентской формы правления, от Конституции 93 года, тогда на всех углах кричали, что эта Конституция носит временный характер. Так вот, давайте поддержим этот тезис. Конституция носит временный характер. Пришло время менять нашу Конституцию 93 года и переходить в итоге к президентско-парламентской форме правления. Вот этот выход, и вот к этому надо стремиться. А что касается Грудинина, я бы здесь все-таки занял выдержанную позицию. В идеологическом поле совершенное неприятие. А с точки зрения, скажем так, жестких лозунгов, его лозунгов по отношению к власти, давайте понаблюдаем, посмотрим. Может быть, действительно больной зуб будет расшатан, а мы поможем в итоге выдернуть его. А потом уже разберемся с нашими временными, так сказать, попутчиками. Спасибо.